Всем привет, меня зовут Андрей, и сейчас я расскажу вам, как научиться делать арабское сальто. Надеюсь, вы поняли, насколько важно уметь делать макаку, потому что она меня сейчас выручила. Первое подготовительное упражнение для того, чтобы накрутить голову, делайте перекат через препятствие. Таким образом, вы отрабатываете и перекат, и раскручиваете голову для арабского сальто. Перед тем, как начать прыгать арабское сальто, отработайте заход. Если вы делаете арабское в правую сторону, то последние два шага у вас идут левая нога вперед, правая рука вперед. Потом делаете шаг правой ногой, левая рука вперед. Потом вы делаете мах ногой и руками вверх. Ваша правая рука подмахивает снизу вверх. Часто распространенная ошибка, когда рукой делаете мах сверху вниз. И вы не поднимаете плечи, а просто задаете крутку. Крутка задается ногой. После того, как вы набрали высоту, берите группировку. Для того, чтобы легче было крутиться, делайте мах ногой. Арабское сальто лучше пробовать не на плоскости, а с наступа. Вы можете наступать на колесо, вы можете наступать на небольшой выступ. Также можно учиться с небольшой высоты. Со временем, когда вы поймете крутку, вы сможете делать на плоскости. С количеством придет качество. Если это видео было вам полезно, ставьте лайк.